Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Охотничье Братство. Я выехал сегодня поохотиться с духовыми манками на селезне. Вот, буду использовать вот такое одно чучело утки. Вот, как приманка. Ну, выглядит она, конечно, по покраске очень хорошо. Посмотрим, как будет реагировать на нее селезни. Вот. Так что, ладно, меньше слов, больше дела. Давайте будем собираться и выдвигаться уже в угодье. Так, патроны использую. Семерка Калашникова, 32 грамма. По-моему, без контейнера. Если я не ошибаюсь, конечно. Друзья, вы все время спрашиваете, какие манки мы используем. У нас только с Кости две фирмы, но у Кости только одна, у меня две фирмы, которые мы используем, ну я лично использую, это школа охотничьего мастерства и американский Back Garden. Все, вот два манка на утку мы используем, точнее я использую только такие. Кости используют манок от школы охоты, также двух из школы, у меня одна из школы. Вот, хорошие манки. Вы уже не сколько раз смотрите, ну, смотрели видео, видели, слышали звук, вам очень нравится. Вот мы еще раз, я вам повторяю и сообщаю. Передвигаться будем с чехлом до места охоты. Там уже как расположимся, ружье мы непосредственно достанем и будем охотиться. Ну все, друзья, выдвигаемся вперед за трофеем. Ну вот, друзья, и второй к нам прилетел. Это уже взрослая птица. Пока стоял, конечно, вылетел чурок трескунок. Не успел даже и экшн камеру включить. В то место, где и предыдущий, второй падал. Красавец. Тоже взросленький мальчик. Ой.
Ничего себе. Первым промазал. Фух, вторым взял. Ну вот, друзья, я вышел на берег. Вот такой вот результат вечерней зорьки. Прям вообще сильно удивлен. Долго ходил. Ничего, никакого результата. И не отзывались, и не видел. Потом пришел к одному озеру, встал с краю. И вот 4 крикоша, 2 серых, 2 черка с оксен. Замечательно. Вообще прям все на манок. Вообще, ну, не было, что прилетаешь. Все утки реагировали на манок, видели чучалочку одну, к ней подсаживались, особенно крикоши, прям отлично, отлично. Я прям очень сильно доволен, хорошо пострелял. Друзья, ну, по поводу нормы добычи птицы, у меня 3 путевки в Саргатский район, то есть на селезень подсадной 30 дней, да, 10 дней с 25 по 4, и также с 25 по 4 госфонд, также 10 дней, то есть в каждой из них разрешено добыть около 20 селезней в каждой путевочке, то есть все официально, все законно. Вот, так что, друзья, вот такие вот нормы у нас добычи. Вот, но сезон продолжается. Вот, присылайте ваши фотографии, какие вы добываете трофеи на этой весенней охоте. Вот. Подписывайтесь на канал, друзья. Всем удачи, ни пуха, ни пера. Всем пока. До новых встреч. Костян, это не снимай. Ой, кошмар. Долбанный камыш, а.